Вот спортивная площадка возле дома Шипа, улица 60 лет СССР, номер 28. Ну и вот на территории этой площадки находится футбольное поле, мини. Ну, все классно сделано, все отлично. Люди просили. Единственный вопрос у жильцов и у тех, кто здесь играет на этой площадке, вызывает это то, что лежит под моими ногами. А под ногами находится неизвестная пыль, просто какая-то масса, похожая на гипс, который при игре в мяч себе ведет примерно вот так. Ну, то есть вы ударяете мячик и дышите этой пылью. Причем вообще непонятно, что это такое на самом деле. Дожди проходили, был бы гипс, он застыл. Это какая-то вот реально прям пылище просто. Вот видите, то есть пасанул мячик и полетел. Вот, я понимаю, что в нашем детстве мы футбол играли на любых покрытиях, но время не стоит на месте. Люди, у некоторых площадка рекортан, да был бы здесь грунт, наверное, было бы тоже как-то попроще, уплотненный. Вот, смотрите, ветерок подул, и пылище просто на меня полетело. Вот, смотрите. Вот. И классно, да? Вот, в общем, все в этой белой пыли, все ворота, сетка. Вот, видите, да, что все это пыльное. Соответственно, дети, кто играет здесь, подростки, этим всем дышат. И вот администрация нашего подписчика уверяет в том, что это превосходное покрытие для игры в футбол. Он писал обращение. Я ответ сейчас приложу, вы увидите. И администрация ответила, что это нормально, все хорошо, так и должно быть. Вот. Наверное, подписчик наш подумал о том, что это какое-то временное покрытие, потом будет асфальт, там, рекортан или так далее. То есть, может, это замещение песка там. Это... Но нет. И, судя из ответа администрации, становится понятно, что это постоянное покрытие этого поля. Вот. Я вам покажу видео, которое снял наш подписчик. Там ребята играют в футбол. И стоит вот просто по воротам взвесь вот эту в пыли. В общем, администрация допускает, что здесь может быть битый кирпич, вот это всякое, вот, непонятно что. Вот. Суть даже не в этом. Есть и пляжный футбол, люди играют на песке, но песок это не пыль. Он тяжелый, он оседает, то есть в пыли никто не играет. И по битому кирпичу тоже никто не играет в футбол. Да, наверняка нормативы санпины допускают крошку кирпича для каких-то грунтов, например, подромов там или так далее, как у нас, в принципе, спидвейный трек, он тоже с доломитовой там крошки сделан. Но это как бы тяжелые фракции и для определенной поверхности. Но для футбола играть вот так, ну такое себе, да?